Я думаю, что все участники российских бизнес-проектов понимают, что налоговый фактор наиболее чувствительный. И сегодняшнее заседание комиссии, выступление президента, на котором он достаточно очень четко определил приоритеты, связанные с реализацией проекта «Сколково», говорит о том, что государство очень серьезно и ответственно подходит к решению комплексной проблемы, связанной с созданием привлекательных и, очень важно, конкурентных условий по отношению к другим аналогичным территориям, причем носящий глобальный характер. Поэтому президент в своем вступительном слове лично остановился на тех налоговых преференциях, которые получат участники этого проекта. Я думаю, что цифры, которые были озвучены, особенно что статус участника проекта будет действовать в течение 10 лет, о том, что существуют достаточно высокие уровни финансовых показателей проекта, при котором будет действовать нулевая налоговая ставка на прибыль. Я думаю, что аспекты, связанные с освобождением налога на землю и имущество, налоговые льготы на отчисления в пенсионный фонд создают очень привлекательные условия для не только стартапов, но и уже сформировавшихся научно-исследовательских центров, которые вполне бы могли бы принять решение о передислокации и организации своей деятельности в рамках проекта «Сколково».